В Юргувнес состоялась всероссийская акция «Тотальный диктант», цель которой – объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Пришла сюда первый раз и еще толком не знаю, что будет. Хотелось бы посмотреть, насколько я знаю русский язык, насколько я знаю орфографию, пунктуацию и так далее. На площадке Южноуральского государственного университета участники напишут текст под диктовку преподавателей кафедры русского языка и литературы Юргу. В традиционной форме сначала организаторы скажут о том, кто является инициатором этой акции, затем познакомят с автором, который написал текст к нынешнему диктанту. Потом скажут о том, кто будет диктовать. Затем я диктую текст, и говорят организаторы, где можно узнать результаты и когда. Каждый год диктант проводится по единому тексту, выбранному организаторами акции. В этот раз текст для диктанта написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. Отметим, что в Челябинске акция проходит 7-й раз. В «Тотальном диктанте» я принимаю участие каждый год, начиная года с 2015-го. Дважды я отличник «Тотального диктанта». Я считаю, что грамотность – это такое важнейшее умение для современного журналиста. Ознакомиться с результатами можно 27 апреля на официальном сайте «Тотального диктанта». Для тех, кто писал текст онлайн, будут доступны объяснения ошибок и трудных мест.